Мемориал воинам Великой Отечественной войны уже совсем скоро появится в центре Козырева. Идею создания памятника высказали сами жители поселка. Некоторым из них ужасы войны пришлось прочувствовать на себе. У меня погиб отец под Сталинградом, станция Гумрак. Вот. Осталось ему 3 месяца побыть там, он бы пришел живой, а он положил голову. Вот. И мы жили в деревне. Жизнь была тяжелая. Нам приходилось работать. Но мы были маленькие. Мне было 10-11 год. Но мы все это пережили. С идеей создания памятника инициативная группа поселка обратилась к главе города. И после получения положительного ответа они начали собирать средства на создание мемориала. Жители, кто сколько может, тоже также дает свои средства. Плюс еще у нас школа сдает макулатуру, которую мы впоследствии сдадим. И эти деньги тоже пойдут на установку памятника. Стоит отметить, что это уже не первый проект, который реализует инициативная группа поселка. Так, в 2015 году в Козырево новую жизнь обрел спортивный стадион. У нас в советские времена очень хороший стадион был. У нас и хоккейная коробка была, и футбольная, все. Но впоследствии это все растащили, так таковую, только площадка осталась, больше ничего. У нас в том году и депутат Челябинской области Захаров очень помог, установил спортивную площадку. Истомин нам сделал футбольную площадку. У нас есть волейбольная сейчас площадка на данный момент. Плюс впоследствии мы сейчас хотим еще сделать баскетбольную площадку и хоккейную коробку и прыжковую яму. Во время визита в поселок глава города Вячеслав Истомин оценил проведенные работы и отметил то, над чем еще стоит потрудиться. Посмотрели отремонтированные помещения медпункта. Хочу сказать, что не везде в центре города есть такие помещения в таком состоянии. Ну и само здание почты, я думаю, что надо тоже в течение этого года надо подремонтировать, отштукатурить, покрасить, чтобы оно выглядело достойно. Поэтому мы услышали от жителей свои пожелания, текущие проблемы обсудили. И такие встречи будут продолжаться на всех поселках, где есть активные жители, которые хотят что-то изменить на своих поселках. Проект мемориала героям Великой Отечественной войны разрабатывало управление архитектуры города. Рядом с монументом также планируют поставить детскую площадку с качелями, горкой и песочницей. Все это должно появиться в Козырево в течение лета.